Всем доброе утро, дорогие зрители, канал Папа Юсуф, и с вами, дорогие зрители, мы приехали, где вы знаете, Дубай, друзья, Дубай, мы приехали вот в таком пляже, вот в таком месте, и представляете, около моря, погода, пока не знаю, ночью мы приехали сюда, совсем ночи, 3 часа утром мы прилетели. А сейчас время, друзья, 8 часов утра. Солнце, которое светит, я не знаю, какая дала, но видите, который, сколько народу видите здесь. Все наши народ. Все по-русски говорят. Я не знаю конкретно, либо Россия, либо Украина, Беларусь, я не знаю, какое. Но всех по-русски говорят. А те, которые больше 70% русские. Вот дала такой, дорогие зрители. Давайте, красота вам показываю. Потихоньку гуляем, отель. Вот, это первое видео будет у меня в Дубае. Сейчас нахожусь на море, друзья. Андрей ночью говорил, так холодно море? В принципе, нет, не холодно. Давайте, начинаем. Друзья, просто так классно выглядит, классно все. И здесь, конечно, вы знаете, жаркая страна, жарая страна. Восемь часов утра, ходишь на море. У нас туда немножко холодно, но все равно народ купается. И здесь тоже, друзья, немножко кусается. Не совсем жарко здесь. Не совсем. Но видите, всех народ, который по-русски говорит. Интересно, что ресепшн одному по-русски говорящий нет. Я по-английски не очень хорошо умею. Но Андрей отлично говорит по-английски. Но это тоже не проблем. Поговоришь. По-любому поговоришь. Просто так. Радужка, это что, фабрики? Даже, друзья, отель имя конкретно не знаю, честно говоря. Так, 5 часов. 4,5 часов, 5 часов ближе, к которым мы прилетали сюда, 4 часа. И потом там таксистом разбирать, потом приехать сюда. Реально шикарный, смотрите. Ходим немножко внутри. Никакой рыбы нету, друзья. Ничего нету. Можно было поймать, жарить, но нету. В воде просто так шикарно. Ага, есть рыба. Вижу. Смотрите, есть такой мелкий, там есть. Там тоже есть. О-о-о. Есть. И значит, голодные не останемся. Опа. Мои дети спят, друзья. Короче, никто не спал ночи. Всех перешел, короче. Нам два номер, обычный, но одно номер, говорят, не готово, пока давали одно номер. Это бывает в каждом отеле, который ночной выход ночью, если придешь, это проблема, если днем придешь, проблем нет. Обычные поселяют, которые отели, 2 часа после обеда, но самолеты время не тянет друг на друга, не попадут. И что будем делать?
Вот. Вот человек идет купаться. У нас привыкать надо. Сколько метров же он ушел? 10-20. Мелкий там море, там до... Где мужчина уже там сколько? 10, 20, 25, 30 метров он уже ушел почти. Вот, упал. А, еще ходит. Где-то 25 метров уже глубоко начинает море. Нормально. Как раз. Серьезно. Немножко еще бассейном гуляем. Море показал, наверное. Все отлично, хорошо. Классно. Море шикарное. Море везде хорошо. Как раз у меня так нос не дышит. Сейчас чуть попозже поеду. Солнце уже светит, друзья. То солнце, которое не надо прям море, то солнце. Аэропорт близкий тоже. И здесь Шарж, друзья. Не Дубай. Другой эмир. Это Шарж. Пойдем в бассейн покажу. Песок специально, друзья. И здесь тапочки, ведь народ обычно не приедет, но переедет. Опа. Видите, песок. Такой белый песок. Отлично. Хороший, красиво. Опа. Вот я тапочки здесь заставил. Бассейн, говорит Елена, топлый бассейн. Не совсем топлый, не совсем. Не такой жара. Бассейн, друзья, есть где-то там 17 метров есть. Большой бассейн есть здесь. Хороший большой бассейн. Люди реально отдыхают. Это сон наш народ, друзья. Чужой нет, слава богу. Наш комната, вот номер. Это вот. Сейчас в бассейне видите. В бассейне купаться. Друзья, реально хорошие вещи. Скоро в феврале бассейном купаться на улицу и еще море купаться. Серьезно говорю, это так как шутка. Отель полностью вот это, друзья. Симпатично. Хороший отель, честно говоря. А, еще джакузи есть. Китайцы сидит внутри. Китайцы сидит в джакузи. А
Пойдем в море. И джакузи тоже покажу вам. А что конкретно джакузи? Люди, которые кто-то замерзнет в бассейне, прям идет джакузи сидит. Китайцы сразу пришел, сразу сидели туда. Я так мешать не буду никого. Просто так снимаю. А вот. И здесь еще один бар есть. Вот. Женщина пенсии получил сразу в Дубае. На свидание. Джакузи сидит. Выглядит глубоко, друзья. Я не знаю, это бассейн какая. Может, ага. 2,85. И я говорю, там глубоко, наверное. Да, реально глубоко. Там меньше, наверное. И здесь очень глубоко. Особенно я не знаю купаться еще. Интересно вообще. Пойдем обратно в море. Посмотрим реакции народ. Турция во время надо было купить вот такое место, у себя строить такой-то вилла, как раз утром ходишь прямо на море. Утром спорт делают девочки. Одна пожилая женщина есть туда. А и здесь еще бар сюда, по-моему. Да. Вот солнечный. А теле имя надо узнавать. Если в нашей Турции каждые 10 метров написано. И здесь нету. Друзья, люди еще завтракают. Но кто-то завтракает, уже так море. Всех переезжают купаться. Они очень далеко идут. Потому что где-то 30 метров идешь, уже там море очень-очень низкий вода. Вот. Утро маленький такой, ветер есть такой. Наверное, облака сегодня, погода. Народ всех около моря сидит, отдыхает, реально отдыхает народ здесь. Товарищ назад смотрит, вот так не знаю, что делит. Что за спорт, товарищ? Вот, друзья, как, что вы думаете? Против уже выглядит там город. Большое здание уже выглядит там все. Там Кремль выглядит сколько.
Между прочим, женщины только купаются, мужчины стоят сюда. Дороже здесь я немножко сидел, короче, где-то плюс 35 есть, 40, ближе к 40 есть. Температура очень жара, и здесь говорят максимум 15 минут, это правда, да. Если много сидишь сюда, тело там все в воде будет бросать туда, даже не знаешь, болеешь, очень сильно болеешь. Максимум 5-6 минут достаточно, потому что мы Афьон Термал Отель всегда ездили, туда там все видел. Они, короче, между прочим, никаком воды здесь, обычная простая вода, но долго сидеть туда, ничего не зарабатываешь, не термально. Люди потихоньку перейдет, я комнату поднимаю, уже пора дети опустить сюда. Дети скоро поднимаются, перейдет несколько часов, пусть они спят. Ну, друзья, вот джакузи, бассейн и прям море. Отель понравился, серьезно понравился. Даже имя не знаю, но очень понравился. Позавтракал, завтрак тоже был шикарный. Я вам отдельное видео снимаю, на завтрак. Классно, без вопросов. Если там против написано имя, может отель имя, это я не знаю. Еще там туда есть имя, не знаю какая. Но конкретно знаю, конечно, рассказываю, друзья. Вот. Еще конкретно там рабочих не видел, там что-то обслуживание не видел, обед не видел, ужин не видел. У нас первый день, рано утро. Вот перешел. Ла вас снимаю. Давайте продолжаем чуть попозже. Друзья, просто в нашей комнате вид вот таком. Сейчас время где-то 9 часов. Я утром был сюда, друзья, очень топлый. Бассейн, который не очень такой, не очень топлый, не очень. Люди все равно купаются. Но море, конечно, так перевикаешь. Немножко так стоишь туда, перевикаешь. Видите, сколько народ уже купается туда. Сколько много народ. И здесь аэропорта, наверное, сюда, друзья, недалеко. Нам сюда перевезли, и здесь шарж аэропорта, короче, Дубае находится. Дубай туда, значит. Вот каждые 2 минуты самолет летает. Приземляет, не вижу, но прилетают они. Погода шикарная. Футболка можно. Люди вот так. Интересно, интересно. Отель, серьезно говорю, понравился. Шикарный отель. Это очень хорошо. Выходишь из здесь, прям бассейн и прям море. Реально шикарно. Но я вам советую, короче, днем надо приехать сюда, друзья. Ночью, которая очень тяжело. Очень, серьезно говорю. Там еще номер найти очень тяжело. Людьми говорят тяжело. Днем здесь говорят по-русски, говорящих гастролейшн, девочки сидит. Без вопросов. Опа. Уже начал. Вот. Супер. Вот было такое, друзья. Я знаю, вы скучали море. Друзья, уже ближе к вечеру, время где-то 17 часов, видите, закат уже, море реально очень хорошо, красиво, народ купается, друзья, так, погода, я не могу говорить, там совсем жарко, совсем такую топле, я не могу говорить, ветер немножко так кусается. Смотрите, одно, короче, вещи. С
Сколько креблей здесь, друзья, не представляете. Смотрите. Я так почитал, больше 30 штук. Креблей стоит. Больше 30 штук. Против Ирана, друзья. И здесь Дубаи. Они Кувейт идет, Катар идет, который перевезет, отвезет. Назад еще есть очень много. Вы, наверное, не видите. Вот. Отель классно, друзья. Реально классно. И здесь я пока никаком вопросе не видел. Утром персонали переехали. Они русские, отлично по-русски говорящие есть. Кристина была одна. И другой Анастасия есть. Настя. Еще там персонал, который он говорил там где-то. Тоже они выучили по-русски язык, помогают. Рецепцион только ночной, нету по-русски говорящий, это проблема. Днем может быть есть, спорить не могу. Но закат просто так классно. Со, балкон друг на друга, всех видеть, всех на балконе сейчас. Друзья, напитки, короче, еще не спросил, наверное, платно. И здесь 4-звездочный отель. Там только туда есть один бар, только она открыть. Я не видел никаком люди туда сидеть. И здесь лобби-бар есть, тоже есть. Короче, мы ночью переехали сюда, утром я катался, дети спал. Утром нам давали одну комнату. Одну кровать, короче, всех спали. У меня места не осталось. Я так катался туда-сюда. Снимал видео для вас. Интернет хорошо ловит. Просто, друзья, что нельзя верить, которые погода показывают, да? Это не настоящие. Минимум 5 градусов меньше, почитайте. Слова нет, конечно, вида. Классно. Представляете, утром, короче, была эта женщина. И еще там джакузи сидит она. Блин, а 5 часов вечера, может, еще сидит туда. Внуки забирают с кем-то познакомить ее. Еще сидеть. Друзья, наконец-то отель имя, короче, узнавал. Occidental Charge Grand Hotel. Вот там тоже написано Occidental. Я вам немножко показываю Дубай, машину, друзья. Вот такую стоит сюда. Не знаю, сколько тысячи мотор есть его. Что за машин, тоже честно не знаю. Дочь? Андрей, что за машин? О, 5.7 литр. Американский. Ого! Еще один стоит сюда, 3-литровая машин. Остальное, друзья, наверное, рабочих машин. Там еще я видел лучше машин. Это Honda, новая машина. Такой курсов в Турции нету. Volkswagen, остальное, который вот туда стоит. Также, который 5.7 мотор. Американский, это еще больше машину. Большой машину. Боже мой.
остальное простое машин. Но я видел города, который сколько машин, друзья, не представляете. Lexus стоит еще. Lexus тоже Toyota, друзья, вы знаете. Вот отели зовут. Кто-то интересуется сюда. Реально понравилось, друзья, отель. Здание покажу. Ого. Но ночью, когда проезжали, они так подсвечивались. Было не так хорошо заметно, да? Везде такое большое здание. Да сколько здесь людей живет? Дорогие зрители, на следующем видео увидимся. Просто у меня там в Турции я болел. Голос у меня не такой. Честно говоря, такую кашлю. Вообще там осторожно надо. Дышать не могу. Нос, который закрыть. Переехали сюда. Посмотрим результат, что будет дальше, дорогие зрители. Люблю вас всем. Пока, увидимся.